Цены на молоко сдержат новые меры поддержки. До 2 рублей 60 копеек на литр реализованного молока выросла субсидия для омских фермеров. Увеличить поддержку на 1 рубль и 10 копеек дал распоряжение губернатор. Из федерального бюджета на программу развития сельского хозяйства Омской области в этом году уже добавили больше 2 миллиардов рублей. Средства пойдут в том числе на компенсацию аграриям затрат на страхование своей деятельности. Сейчас субсидия для заинтересованных товаросельхозпроизводителей составляет 50%. В минувшую пятницу произошел несчастный случай в Павлоградском районе, когда в СПК «Колос» 35 животных погибло от поражения электрическим током. Значит, оборвался провод там в силу обстоятельств, и вот эти вот животные оказались как раз не застрахованы, что, естественно, не лишает возможности получить какие-то компенсационные страховые выплаты.